Здравствуйте, дорогие друзья! Вот очередное видео о том, как я выпускаю этих рыбок на речку. Они у меня прожили больше года. Брал их вообще маленькими, наверное, как с улитку такой были. А теперь они вот какие вымахали. Теперь пришло время отпускать их в естественную среду обитания. Для этих целей я даже вот приготовил банку. Сейчас мы их будем вылавливать вот в эту баночку. И потом я покажу уже вторую часть этого видео, будет, где я уже буду на речке их выпускать. Вот они. Можете посмотреть на них, пока они еще в аквариуме. Температура. Интересно будет видно. Так, сейчас даже сам скажу, 24 градуса. Вот. А причина их, они съедают яйца вот этих улиток. Очень много было яиц. Вот таких вот. Резкость не берет. Можно это возьмет. Тоже не берет. Ну, короче, яйца улиток поедают. Ладно, все. Короче, не мог я их выловить, угнаться за ними, очень большие. Я принял решение спустить часть воды, чтобы было легче их выловить. Вот он шланг. Сейчас буду спускать воду. И надеюсь, тогда мне будет легче их выловить. Очень скоростные. Вот у меня три сачка разновидности, и не мог нифига их выловить. Ну ничего, сейчас спустится, посмотрим, что с этого получится. Ну вот мы пришли на речку. Вот она река, и вот они, эти рыбки на фоне зимней реки. Ну он уже снежок даже лежит, сейчас резкость наведется, его уже снежок лежит. Ну что, рыбки, надеюсь, вы мне попадетесь потом на удочку. Плывите. Давайте. Ой, что это она? А что, они замерзают, что ли? Ёпары-бабай, провалился в воду нахрен. Ой, они померли. Вон она лежит, вот она вторая вздыхает. Все, и вон третья. Они умерли. Целый год прожили в аквариуме у меня. А здесь на свежем. И вон они блестят, пузки. Вон раз. Два. И вот там, а вон она, три. Да. И стоило мне идти так далеко, блин, чтобы вы сдохли. Капец. Все, мне больше нечего сказать. Да.